Фишки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня с вами поиграем в игру под названием Probe Night, и это, можно сказать, наследник игры такой под названием Dead by Daylight. Опачки, слышали это? Слышали это? Снорланд, ты te comes toda la nevera por la noche, ¿no? А? О, чё? Не слышу тебя? Чико, estás bien. Не слышу, повтори. ¿Quieres un bocadillo de chorizo? Ай! Чико, que tenemos al Tom Riddle. Чё, ребят, начинаем. Здесь, оказывается, можно разговаривать по голосовому чату, я только сейчас это узнал. Это Probe Night, мы с вами в нее уже играли один раз, и, разумеется, она вышла в релиз. И в данный момент мы играем за маньяка, который здесь очень сильно напоминает нам одного из аниматроников. Ну, разумеется, это не аниматроник. И, разумеется, мы находимся в костюме, у нас бензопила в руке, и мы вообще классные с вами. Эй, что-нибудь есть? Цель такова же. Как и в Dead by Daylight, я думаю, Dead by Daylight уже довольно-таки известная игра, и не нужно никому говорить, о чем эта игра, как в нее играть. Я думаю, все и так уже прекрасно понимают, что да как здесь устроено. Нам нужно не давать выжившим какие-нибудь генераторы. Так, первый есть. Хорошо, маленькая моя девочка, хорошенькая. Пойдем, пойдем посидим. Пойдем поразговариваем. Это путь к психологу. Или к стоматологу, я не знаю, ребят. Где такое кресло, может быть, еще? Ломаем. Так, здесь никого нету. Но я знаю, что кто-то здесь прячется. Разумеется, цель игры не только... О, блин. Я не достаю. Не понял. А что там произошло? Отремонтировано. Не понял, В смысле отремонтировано? Как так быстро? Видишь, они могут превращаться в предметы. Вот основная концепция данной игры. Все-таки тот челик был спасен, но ничего страшного, дадим им шансы. Но, видишь, как бы я даю шансы, учитывая, что я не умею играть. Зачем? Ну, а чё, почему бы нет? Проиграем, ничего страшного. Мне показалось, ли здесь кто-то был? Вот кто-то прыгает перед экраном. Так, хорошо. Здесь никого, там никого, нигде никого! Да что ж такое-то? Где, я даже не понял. А, генератор, наверное, запустили, который по центру находится, да? Ну ладно. Значит, здесь 100% будет человек. Опа. А, заблокировали. Ай-яй. Кто здесь? Вот эта вот капуста лежит некрасиво. Но это не человек. Блин, вот фиг догадаешься. Здесь можно за капусту... превратиться в капусту и, разумеется, запрыгнуть куда-нибудь наверх. Тебя точно уже не будет видно. Ну, то есть ты не будешь, по крайней мере, кидаться в глаза. Так, так, так. Какой-то я вижу. Я за тобой! Ну, я немножко нанес урона. Прикольно. Не попал? А я тебя вижу. А я тебя вижу. Ага, подхилиться вздумала, подружечка. Не надо хилиться. Я ударил, ударил, ударил. Ее ударил и дверь сломал. А я здесь, я с этой стороны появился. Такого ты не ожидала? Блин, она хилится и все успевает. Ну, они уже три генератора. Видно сразу то, что играем с людьми, которые умеют делать это. Которые умеют играть. Да ты задолбал! Ты долго хилиться-то будешь? Не знаю, не знаю, ребят. Очень сложно. Да и нет, это прикол какой-то. Она не ломается, видишь. Ловушка еще и не ломается, ты прикинь. Я ее вижу. Тихо, тихо, тихо. Я иду за тобой. А я не могу здесь перепрыгнуть. Что такое? Я уже думал, что я все красиво сделал, но нет. Вижу мешок. Мешок. Как я мешок могу заметить здесь? Никак. Правильно.
Это подружание опять уже подхилилось полностью. Почему я в блоке стою? Почему я застанился? Я лично не понимаю. Мешок. Я лично не понимаю, почему я застанился. Тоже мешок какой-то стоит. Учитывая, что как бы я сломал эту дверь, я почему-то застанился. Мне показалось? Иди сюда, мачка. Ну, они уже выиграли. Мне остается только кемперить, на самом деле. У них осталось два генератора, один дальний, один ближний. Я не могу одновременно находиться. А, три генератора. У них остался один генератор, но... Я имею в виду из тех, которые я увидел. Кто здесь? Выходите, мои маленькие. Мои сладенькие. Там генератор, он же практически заведен, вот этот, по центру. Они уже здесь, они уже рядом. Не понял. А он здесь же был. Куда он сейчас? Прям растворился на глазах. Вижу табуретку летающую. Иди ко мне, моя. Моя хорошая. Блин, меня заблочили, меня застанили. Ну, челики шарят как играть. Вижу уже мешок. Но они выиграли уже без вариантов. То есть вообще я не могу никак победить. Я не могу ее поймать. Это моя добыча. Я уйду с тобой. Я уйду с тобой. Здесь точно никого не было больше? Что это мы тут делаем? Я ж слышал. Коробка тоже звуки издает. Я иду, я иду. Я пришел. Нет никого. Нет никого, прикинь. Но они в любом случае либо спасут, либо сейчас уже заведут генератор. Спасли. Ну, привет. Здесь вот этот вот самый имбовый уровень. Здесь невозможно пройти. Ну, ты видишь, это хрень. Тут кукурузное поле. Я не могу попасть. Кто меня укусил за задницу? Почему я остановился? Понятно. Ломать я его не могу. А, так он уже защитную дверь открыл. Зачем фотографировать меня? Зачем? Кто я? Я даже не знаю, где защитные двери. То есть, я даже не знаю, куда нужно идти. Вы понимаете? А вон вижу все. Только сейчас до меня дошло. Был легендарный предмет. Да-да-да. Но они все уйдут. Потому что люди умеют играть. Видно, что шарят. Подожди, так одна дверь, что ли? Нет, две двери. Они уже ту дверь открыли, я только к этой пришел, лол. Прикольный кролик. Не уходите от меня. Нет! Остановитесь! Нубик зашел в игру для того, чтобы поиграть в Fortnite. Они меня уделали. Меня уделали. Ну, прикольно. Очень визуально мне приятная игра, на самом деле. Она очень такая, знаете, мультяшная. И одновременно вот эти вот все монстры, они реально кажутся каким-то... если не страшными, то минимум пугающими. Ну, то есть вот этот вот кролик, это вообще офигенно сделано. И там есть еще Мишка. Сейчас я вам покажу, какие там скины есть. И откроем пару кейсов, может быть, мне что-то выпадет. Потому что у меня есть 500 монет. Я не знаю, это много, мало. Надо всем лайки поставить.
Я не знаю, я одному лайк поставил только. Ну, не считая то, что здесь нужно немножко агрессировать. Да, многие агрессируют в таких играх. Я не считаю. Не имеет смысла. Ну, выиграли они меня и выиграли. Ну, что такого, бывает. Бам! Фиолетовая какая-то штука выпала. О-хо-хо-хо! Ребят, маньяк, кстати. Тоже может будет за нее поиграть. Если вам интересна данная игра, мы за нее поиграем обязательно. Я вот так понимаю, они на хайпе определенных игр пытаются выехать. То есть сейчас вышла, видишь? Ну и убогая куртка. Сейчас вышла FNAF, да? Они добавили вот такого вот пушистого зайку. До этого выходила монахиня. Они выпускали монахиню. Там Слендермен еще есть популярный, и у них есть Слендермен. Там самое интересное, что и Among Us еще был популярен. И этот чувак как раз таки называется импостер. Ну, по крайней мере, он так назывался. Блин, у меня только одна фиолетовая упала. Ну, ничего, неплохо. О, нифига. Say cheese. Это круто. Он обычный, но мне нравится. Давайте посмотрим. Кастомизация. Нам фиолетовый персонаж выпал. То есть, у нас персонаж-то этот уже есть. Но вот Blood Maiden. Базовая, мне не нравится, как базовая выглядит, но она один в один, как будто из Resident Evil Village, если вы помните такую игру. Там была вот как раз-таки одна из этих. И зверь. Она прям в таком же капюшоне ходила. А это вообще прям какая-то, не знаю, вампирша демоница какая-то. Очень круто. Поэтому, ребят, если вам нравится игра, если вы хотите, чтобы я в нее играл, если вы хотите, чтобы я записывал, пишите об этом, говорите об этом. Мне лично нравятся такие игры, и, разумеется, хотите со мной поиграть. Не знаю, можно через Discord как-нибудь с вами... Если вы хотите, если у вас есть данная игра, можно будет связаться и поиграть. Почему бы нет? Ссылочка на мой Discord в описании также. С вами был Лекс, это была игра Prop Night, и всем добра.